Сегодня первый день открытия обуви. Я смотрю, вы с большими покупками. Вы рады вообще, что в курсе? Ну да, конечно, конечно, очень удобно. А вы раньше сюда тоже купили? Да, каждую весну мы ходим, чтобы купить цветочки, какую-то рассаду обязательно. А по ценам как? Они сильно изменились? Ну, изменились. Сильно, не сильно, трудно сказать, потому что в других магазинах не сравнивала. Но изменились. Сегодня открылась обе, да? Вы ждали этого открытия? Мы ждали. Ждали, смотрели, следили. А почему? А вот хотели рассаду цветов. Только здесь есть. Не надеялись, что он откроется, но очень рады, что открылся. Вы часто сюда заходили раньше? Нет, не очень часто. Но когда начинался дачный сезон посадки, то за ними приезжали. Ну вот по вашему мнению, что-то изменилось? Цены. Выше стали, да. Ну, наверное, как везде, как во всех строительных.